Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Павел Баженов, я преподаватель парикмахерского искусства в собственной школе парикмахерского искусства. Я преподаватель, автор учебной программы и руководитель школы. Многие начинающие мастера часто задаются вопросом, как делать любые стрижки, как мне понять, вот по картинке, по какой технологии выполнена эта стрижка. Как мне запомнить технологию стрижки, когда я смотрю на работу любого мастера? И многие подобные вопросы, которые возникают, кстати, не только у учеников базовых школ, они возникают и у молодых начинающих мастеров, которые имеют опыт работы и год, и два, и тем не менее частенько в нашу школу приходят или мне звонят, или пишут в социальных сетях, что вот я вроде работаю, но не понимаю, что я делаю, я не могу выполнить любую стрижку, ко мне иногда клиенты приходят, у меня начинается паника или какие-то вопросы, потому что вот нас так не учили, или они произносят какие-то названия стрижек. И ко мне с этим вопросом обращаются, повторю, не только начинающие мастера, но и опытные. И вот у нас вместе с моим очень хорошим другом и замечательным мастером Катериной Гордеевой возникла идея провести такую вот обзорную лекцию для начинающих мастеров, это будет и для учеников моей школы. Эти темы мы с вами все изучаем, но еще раз послушать вот такую обобщающую лекцию будет очень полезно многим. Так вот, это будет лекция и для учеников школы, это будет лекция для всех мастеров начинающих, которые вот сейчас успеют услышать эту информацию, и я их приглашаю всех. 12 апреля, это будет суббота, в 11 часов мы будем 4 часа на эту тему общаться. Это будет и моя лекция, это будет и обсуждение, это будет живой такой диспут. В нем будет принимать участие, повторю, Екатерина Гордеева. Спасибо ей большое за эту идею и за совместное участие в этом проекте. Поэтому вот такие вопросы мы будем рассматривать на этой лекции. Как делать любые стрижки? Любые, здесь слово ключевое. Как запомнить технологию стрижки при ситуации, когда вы смотрите на работу мастеров, на видео, на работу мастеров на мастер-классах, на каких-то шоу, на семинарах? Да, это очень важный вопрос. Можно смотреть, а потом ничего не запомнить. Вот как запомнить технологию, чтобы ее потом применять? Из чего состоит любая стрижка? А что такое попс? Ну, это тема для учеников нашей школы понятна. Вот те, кто хочет узнать другие мастера, что такое попс, приходите. Чем похожи боб и каскад? И многие другие вопросы, которые мы будем на этой лекции обсуждать. Поэтому еще раз вас приглашаю, буду рад всех видеть. И надеюсь, что эти лекции станут со временем, во-первых, постоянными, а во-вторых, популярными. А вы можете принять участие в первой такой лекции. Приходите. 12 апреля в 11 часов в школу Павла Баженова. Вот здесь указан наш телефон. На нашем сайте вы можете найти телефон нашей школы и посмотреть, как до нас доехать. Спасибо, приходите.